Ух ты, муравейник. А что дождя не было, откуда они тут были? А, еще рановато еще. А может и день. До первых грибов. Вот тут. Ух ты, какая трава. Так. Есть? Ух ты. О, значит, они там. Так это ж хорошо, когда они молодые. Это плохо. Плохо? Да, они никак. Так они могут быть и там, это ж надо раскапывать. Да? Ну надо лезть в ведро, а не два. Да ну это надо глаз иметь специально. Да не один, да? Да не один. Рядовка? Ну, он да. Говорит, рядочек. А знаю, вот, вот это, да? Да, да, да. Ну, выкручиваем. Рядовка, потому что... Рядовка. Ну, обрезать не надо, их выкручивать. Да, обрезать. Да ладно, Тёма. Выкручивать. Это? Не это? Знаю, так сейчас пишут, так что да, не надо. Пишут, это ерунда. Ох, блин, чернила уже. Пишут те, кто их не собирал никогда. Ага. Да. Блин, маленькие, а уже чернила. А вот это тоже рядовка, да? Да. Ага. Ой, ё, 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 ё. Ой, это вот с корневищем нельзя, да? Ну, почему нельзя? Не рекомендуется. Ну, потому что мы же разрушаем. Корешки, да. Да. Ну, это, а, так, бывает, а так, говорят, не надо выкручивать их. Там... Так. А как же найти? Как же неизвестному? А что, ты завтра, может, с нами поедешь? Да мы с ребятами поедем. А, ну, с ребятами. Как ты их нашел? Интересно. Это надо опыт иметь. Просто. Ну ладно, посмотрим. Попробую я найти. Да, как я их найду? Нет, сначала надо. О, ну как их найти? Как? Не найдешь так. Не найдешь эти грибы. Как их найти? Не, это опыт надо иметь. Ладно, пока как найдем, тогда будем дальше снимать.